За прошедшую неделю пневмонией в Приморье заболели 867 человек. На сегодня эпидемический порог превышен в 15 городах и районах. Самая сложная ситуация в Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Дальнегорске и Находке. В последнем из городов даже отменили несколько культурно-массовых мероприятий. Специалисты называют основными причинами распространения заболевания несвоевременное обращение к врачу и не сделанные вовремя прививки. Также медики говорят о том, что поводов для паники нет. В целом ситуация в поликлиниках и больницах края абсолютно характерная для сезона. В стационарах подготовлены дополнительные места для пациентов. Нет такого потока, как был ноябрь-декабрь месяц. Но все равно, как говорится, мы свои, так сказать, нормативы выполняем. Вот. Ну и убирать открывшиеся 25 коек дополнительных мы не планируем.